В Макеевке работает врач-травматолог-ортопед Сургутской травмбольницы. Елена Щеголихина помогает коллегам в одной из больниц города. Ведет прием и оперирует больных своего профиля. Среди пациентов как гражданское население, так и военнослужащие. Женщина родилась в Славянске, затем переехала в Донецк. Здесь выросла и окончила медицинский институт. Несмотря на то, что большая часть ее жизни была связана с Сургутом, куда она переехала в 1990 году, о поездке в Макеевку задумывалась давно. Теперь этот план реализовался. Елена Щеголихина – первая из женщин-врачей Сургутской травмбольницы, командированных на Донбасс. Хотелось бы помочь, оказать помощь и в том объеме, которым я владею. И, конечно, бы хотелось процветания и улучшения работы и оснащения, и улучшения здесь жизни. Так, чтобы те, которые отсюда уехали, возвращались обратно.